Ограничить Трампа. В США конгрессмены вовсю пытаются урезать полномочия президента, учредив законы, которыми у действующего главы государства заберут право принимать решения по ключевым вопросам. Что беспокоит Конгресс? Дмитрий Анопченко выяснил это в Капитолии. Трамп непредсказуем. Никогда не знаешь, с какой ноги он встанет и что учудит. Только и разговоров в кулуарах Конгресса. Тут много тех, кто хотел бы поле для маневра хозяину Белого дома ограничить, приняв отдельные законы. Ведь пока их не существует, границу между тем, что президент может, а что нет, провести довольно сложно. А так в законодательстве прямой запрет появится. На выходных целую серию подобных инициатив озвучили. К примеру, сенатор Маккейн вместе с коллегами предлагает запретить американскому президенту выводить страну из НАТО. И презентовал законопроект, который предполагает, что Соединенные Штаты могут покинуть Североатлантический альянс только с согласия Сената. Джон Маккейн обеспокоен, мол, с союзниками по НАТО Трамп обходится плохо. Привержен ли он альянсу, вообще непонятно. А значит, стоит забрать у него даже теоретическую возможность изменить положение вещей. Или вот другой пример. После финской встречи Трампа с Путиным конгрессмены пытаются переписать правила игры для большой политики. В Палате представителей внесли резолюцию, осуждающую любые будущие тайные встречи двух президентов. И призвали согласовать с законодателями те договоренности, которых они уже достигли. В сенатских комитетах сейчас целую серию подобных документов рассматривают. По сути, это точечные законопроекты, которые должны заранее заблокировать резкие шаги новой администрации, способные изменить политику страны. Только вот проголосует ли за них Конгресс в целом – большой вопрос. Ведь забрать полномочия у Трампа – это одно дело, многие на это согласны. Но выписать закон только под него не получается. И новшества, по сути, свяжут по рукам и ногам всех американских президентов, всех, кто придет на этот пост. А это уже проблема. Ведь в таком случае новый политик, который рано или поздно сменит Трампа, тоже придет в Белый дом с урезанными полномочиями. А это ни демократам, ни республиканцам не подходит. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».